Хай, Бибис! Сегодня у меня для вас гороскопчик на следующую недельку. Как вы любите, многие мне пишут такие приятные комментарии, что типа «Не могу жить новую неделю без гороскопчика, тетя Женя, мне это очень льстит, это очень приятно, спасибо вам». Вот, собственно. А теперь буду смотреть на прямых, наверное, позициях лучше. Или как лучше? Ну ладно, давайте как есть, да? Ну что ж, начнем мы. У кого самый грустный гороскоп? Девы. Водолейчики, да? У вас, по-моему, грустненько. Давайте любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, поиски, сори. Так, водолейчики. Те, кто в отношениях, здесь хорошо, взаимопонимание, поддержка, чувство важности друг к друге. И уходит вот эта шестерка пентаклей, когда баш на баш. Вкладывайся в меня, тогда я тебя буду любить. Делай что-то для меня, там, пиши мне, звони, и тогда я тебя буду любить, ты мне будешь нравиться. То есть это уходит. Это радует. То есть теперь уже все, какая-то стабилизация происходит, что ты мне нравишься, и все. Деньги, десятка пентаклей, это либо денежные поступления, какие-то могут быть предложения по работе. Вообще, десятка пентаклей — это материальное благополучие, некая стабильность, процветание. Возможно, семейный бизнес, помощь там родителям. И еще учеба тоже. Десятка пентаклей, как это, хорошо начал, пускай так и идет. Вот типа такого. Те, кто в поиске, пятерка мечей. Все не то. Будет знакомство, есть он лев-стрелец, либо уже общаетесь, но не то. Вот что-то по пятерке мечей, все не то. Вы какие-то очень ценные, важные по пажу пентаклей, а вам попадаются бичня. Хотя общим фоном рыцарь кубков, то есть какие-то предложения, это и просто там ты мне нравишься, да, и вы узнаете, что вы кому-то нравитесь, и просто там проявление симпатии. Но прям факт, что вы с кем-то, я не вижу, те, кто в поиске. А так, просто комплиментики получите на этой неделе. Те, кто в ссоре, шестерка кубков, человек хочет помириться, вы хотите помириться. Я не знаю, что вы тянете время. Я думаю, еще месяц и должны помириться. Я думаю, максимум в течение месяца. Но шестерка кубков — это скучать по воспоминаниям теплым, связанным с вами. Весы. Так, те, кто в ссоре, человек хотел бы шанса, либо это вы хотите шанса, но перевернутая шестерка мечей, то есть как-то опыт прошлого забылся, я хочу шанс. Общим фоном дьявол. Очень много необдуманных поступков с вашей стороны будет на этой неделе, очень много будете не проанализировав. Здесь еще может быть, знаете, какая тема? Поставить все, там, как казино, типа вот, да, игра. Как вот реально все отдать, на все поставить, что есть. И типа будь как будет. Потому что здесь идет по императору, у вас как этот спортивный интерес доказать, получить. Я лучший или я лучшая, я хочу то, что вот. Мне нравится, мне интересно, я хочу это получить. Но вам бы лучше проанализировать ситуацию поподробнее и потом уже принимать решение. Те, кто в паре, у вас могут не заканчиваться конфликты, либо быть непонятные отношения по причине того, что, опять же таки, по перевернутой шестерке мечей, вроде как все забывается, выводов не делаете. И здесь есть качество либо у кого-то из вас, либо у обоих по Луне, что вы себе очень много придумываете, что вы не разбираетесь с ситуацией, вы не разговариваете друг с другом, и вы начинаете ругаться.
То есть очень много надуманного по Луне. В плане работы разочарования Маг. Ну, действительно может появиться человек, который захочет, ну, на ваше место, либо, ну, вам не понравится, что оценят другого, да, а вас не заметят, не обратят внимания. Это как вот, ну, допустим, прийти на работу после отпуска, и все изменилось, там, теперь один на вашем месте, да, человек, которого вообще, по сути, не должно было быть на вашем месте. Либо прийти там в школу, и все равно там любовь к какому-то определенному ученику, а вас как не замечают, или какой-то любимый преподаватель перестает вас замечать, работодатель, да, который к вам с уважением относится, ну, неважно, кто ты, кто от вас был без ума, переключается, и у вас от этого разочарование идет. В плане денег король мечей, ну, это, я не думаю, что на деньгах что-то там отразится, просто вот мужчинам, в особенности, весам придется на этой неделе поднапрячься почему-то. Те, кто в поиске, рыцарь жезлов, новенькие какие-то вариантики будут, будут знакомства. Вам главное находиться в движении, то есть, ну, не закрываться, не сидеть дома, а что-то делать. А то как будто сидеть там в уголочке, да, и сейчас кто-нибудь меня танцевать позовет. То есть, ну, может быть, она не свободна, подойдите, спросите, то есть... Какие-то действия, от вас не хватает действий, либо какие-то пассивные в общении. То есть вот здесь движение нужно. Вот как раньше, как в прошлом, у вас не будет повторения опыта, может, вас это успокоит. То есть все, перевернута шестерка мечей, все прошли, все сделали, ничего не будет. Того, что вам не нравилось, что вы думали, вот там, как день сурка, или все повторяется, одни и те же дебилы. Близнецы. Аж три карты на работу. Ой, близнецы, у вас очень много выбора на этой неделе будет. И причем вы почему-то не совершаете никакой выбор, не принимаете никакое решение. Ощущение наполненности, что вас и так все устраивает. Хотя будут какие-то предложения, что-то поменять, подзаработать. Может быть, сменить место работы, предложить что-то повыше. Либо по учебе там. Ой, ты такая там умница стала, да? Типа, или молодец, подучился, как-то так активно себя ведешь. Наконец-то там не притворяешься дебилом. Но... И вам реально будут что-то предлагать, делать комплименты, а вы такие, типа, да, это временно. Типа, временное везение, не стоит расслабляться. То есть у вас какой-то такой грустный настрой, даже вот общим фоном туз мечей. Я приняла или приняла решение. Я не хочу, типа, что-то менять в своей жизни, меня и так все устраивает. Не хочу ничего. Те, кто в поиске, башня и десятка мечей. Вообще у вас начинается новый этап, знакомство. Либо вы сейчас расстанетесь, то есть такая тема башни и девятка пентаклей, то есть тоже вот для тех, кто в паре, разрушение какой-то стабильности. Либо у вас осознание того, что, блядь, у нас вообще непонятно, какие отношения. По-моему, у нас их вообще нет. То есть мне кажется, что они есть, но по факту это я сама себе их придумываю, или я больше, ну, прилагаю усилия для отношений, чем человек, который со мной в них находится. Те, кто в ссоре, здесь идет, что какой-то человек, которого вы лично прогнали, либо поругались, либо возненавидели, либо, ну, вот не хотите видеть, почему-то не хочет уходить, то есть человек не хочет. Мне кажется, тут какая-то история на этой неделе у вас у всех будет. Но реально здесь человек не хочет уходить, как будто какие-то манипуляции, я уйду, но я никуда не ухожу. Или пропал, молчанки сидит, хотя на самом деле ждет от вас инициатива. И вот те, кто в поиске, еще раз повторяю, десятка мечей и башня, то есть вы сейчас трансформацию пройдете, я думаю, все наладится. В течение даже вот 10 дней будут уже и знакомства новые, и друзья, и все, что вот вашей душе угодно. Но решение вот вы не принимаете. Вы вот на чем-то встанете, и все, и будете стоять. Толстолобые прям. Овны. Так, те, кто в ссоре, дьявол, вы можете рассчитывать на какие-то легкие отношения, секс. Но недолго. То есть это что-то либо одноразовое, либо периодичное. Но это что-то не очень стабильное.
И, в общем, фоном верховной жрицы. То есть, если вы в отношениях захотите треугольников, либо... Короче, может быть роман с человеком, который в отношениях в браке находится. Девочка, мальчик не имеет значения. Либо почему-то тайные отношения. Там он страшненький, и мы будем поебываться, но втихаря. По поводу работы по жезлов, если ждете сообщения, звонка получаете. Очень много общения на этой неделе. Много контактов, много перемещения, много обучения. Те, кто в паре, тут уходит разочарование, ну, какая-то вот грусть, да, обиды какие-то уходят и перевернутая умеренность. То есть ваши отношения, они начинают уже что-то двигаться, что-то начинает в них происходить. То есть вам как-то повеселее становится в них, а не у вас как будто все было монотонно, скучно, неинтересно, и вот сейчас будут изменения наконец-то. Те, кто в поиске силы и перевернутой умеренности, это может быть секс по дружбе, кстати, или... ну, как бы вы дружите с человеком, возможно, что-то у нас там типа того и получится. Это у меня собака, блядь, там вытирается, полотенце я его помыла. С ума сходит. Ой, зачем я так потерла, у меня же ресницы. Блин, пипец. Совсем забыла. Ладно, надеюсь, все нормально. Так что какие-то новые знакомства. Ну, может завязаться дружба. Прям знакомство любовного характера. Ну, разве что что-то одноразовое. Львы. Так, те, кто в поиске. Слушайте, здесь можете потерять какую-то мадам, козерог, дева, телец. И по семерке кубков как будто сравниваете с кем-то, мадемуазель. Не можете найти какую-то вот копию. Марсель, иди на место! Блядь, заебал. Ужас. Сейчас вы такие развернулись, тоже пошли на место от моего крика. Короче... Тембр у меня такой, я знаю, приказывать вот это прям. Я командовала полком. Короче, здесь идет, что мужчины ищут какую-то девочку. Либо вам она запомнилась внешне, какая-то вот королева пентаклей, и вы ищете такую. Вот прям ищете, не можете никак ее найти. Либо конкретная девочка есть, но она слишком вот тяжело до нее достать, я буду искать что-то похожее. А для девчонок это говорит о том, что вот вас так, блядь, кто-то ищет, вы кому-то нравитесь, но здесь, скорее всего, человек выберет что-то другое. У вас очень много семерка кубков, то есть много кто смотрит, много кому нравитесь, но выбор в вашу сторону не делают, то есть, блядь, слишком сложно, в пизду. Еще, в общем, фоном у вас перевернутая, кстати, двойка мечей, говорит о том, что вы очень много вещей, ну, вообще не замечаете, не видите, что вокруг у вас происходит, либо там депрессуете очень много, либо... не принимать каких-то решений, считать, что ой, да это не получится, ой, да, наверное, не надо. Ну, то есть, лишний раз сами себе выстраивать какие-то ограничения. Те, кто в паре, будете... смотри, девочки, вас тут может ваша вторая половинка радовать, в особенности, если вы в браке. Что-то какие-то подарки, давай вот это, там, вот это хочешь, как-то ухаживания какие-то, ну, короче, прям лямур-тужур, и это, и смотри, я тебе покушать приготовил, и поехали туда, и вот тебе денежка на туфельки, и вот, пожалуйста, давай я вот это вот тебе куплю и сделаю, прям прикольно. На работу король мечей вас очень будут напрягать сильно на этой неделе, причем именно мужчины почему-то. Не, ну, мужчина и женщина не имеет значения, просто вот почему-то на вас будет очень много ответственности скидывать. Вот прям заебетесь, короче. На учебе, на работе только пришли, уже заебались. Вот так вот будет. Те, кто в ссоре, тут жезлов перевернутый. Здесь как будто либо у человека, либо у вас сейчас пока все круто, классно, и желания на примирение вообще нету. То есть перевернутый жезлов не хочу, либо шансов не вижу, да и по семерочке кубков у меня много всяких вариантиков, чем я могу позаниматься. Не только же о тебе думать.
Стрельцы. Так, у вас общим фоном отшельник. Чё, на этой неделе, что-то мне кажется, реально кто-то из вас дома будет сидеть, чиллаут, либо, ну, вот какое-то чувство можете словить на этой неделе, прям супер одиночество, вот прям вообще пиздец, как будто вот одни. Там позвоните кому-нибудь, скажите, давай встретимся, давай там выпьем, давай поболтаем. Никого, вообще никого. Либо жизнь какая-то скучная, депрессион поймаете. В плане работы то же самое, девятка мечей, то есть все не так, как я хочу, происходит, что мозг съебать будете. Вот, либо не хочу работать, чем мне как все не нравится, чем я, блядь, занимаюсь, не то, что я хочу. На поиск любви падает шестерка жезлов и паж мечей. Кто-то будет, блядь, вот прям на вас давить. Я думаю, что здесь будут ухаживания, но прям давить на вас будут. И вы такие, блин, ну отстань от меня. Ну прям реально, вот как-то к вам будут подкатывать очень жестко, мужской пол в особенности. А мужчины, влюбленные, да, и правосудие, типа, хочу, не могу. Вот просто вот загоритесь какой-то девочкой, и у вас пойдете в атаку. Но это прям ужас здесь идет, прям, что на вас давят, что вы ошарахаетесь, блядь, что происходит. Я не хочу, не подходи ко мне. Те, кто в паре, тройка пентаклей, шестерка жезлов, все круто. Ждете какого-то предложения руки сердца, может быть, там съехаться, еще что-то. Должны, по сути, получить. То есть здесь, по крайней мере, можете даже просить. Потому что вот тройка пентаклей, это если вас интересует вопрос, там, он считает ли, что мы там в отношениях, да, считает. А те, кто в ссоре, звезда и шестерка жезлов, вообще должны помириться. По крайней мере, эта неделя дает вам огромный шанс на примирение. Мужчина должен прийти, да и у вас есть желание. Здесь либо обоюдно, либо мужчина до конца лета должен что-то сделать. Карты выпали. Ох, давайте посмотрим рыба, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, сори. Что такое рыбки у вас происходит? Тоже ничего вас не радует, ни встреч, ни отношений, ни любви нормальной нет, ни романтики, не любят меня. Те, кто в поиске, вот... Гасан звонит, блядь, как вовремя. Те, кто в поиске, здесь... Ну, какие-то тусовки, мероприятия, но как будто вы уезжаете очень грустные, либо там встречи с друзьями, но вы грустите, все не так, как вы хотели, не те люди, то есть вас все не устраивает, все не нравится, все как-то вот, блядь, тут не вот так, вот тут как вот не надо так, вот прям вот не то, все не то, то как бы тусуемся, отдыхаем, все классно, а как протрезвею, что-то вы меня бесите. Как это, просыпаюсь, 2,5 секунды, я счастлива, дальше, блядь, это... Короче, общим фоном тройка жезлов. Что-то по работе, какие-то вот дела, работа, учеба, что там разбираемся, бегаем, решаем, забираем студаки, либо там это договариваемся с преподавателями, дружим, шоколадки, конфетки, цветочки, хуёчки. То есть вы что-то прям вот с кем-то договариваетесь, что-то делаете, либо какие-то у вас, ну, дела, проекты, и вот вы прям увлечены чем-то. Вот надо делать. Прям погрузили себя во что-то. Может быть, вам срочно нужны деньги, может быть, надо зарабатывать, там, ну, вот. Короче, либо учиться, там, все, вот я прям нацелился, да, или нацелилась. На работу падает королева мечей, если вы с кем-то ругались или на учебе, вот примирение есть. То есть нормально все будет, вам просто нужно найти подход какой-то женщине, у вас все наладится в работе, в учебе. На этой неделе прям можете этим заняться. Те, кто в паре, тут четверка жезлов. Стабильные, хорошие отношения, но как одиночество вдвоем. То есть, ну вот, не хватает романтики. Возможно, просто у вас прошел букетно-конфетный период уже, ну, очень давно, а у вас что-то вот детство в жопе заиграло, да? Хочется повторить, сами выбрали какого-то толстолобого дядьку и теперь ноют, блядь. Те, кто в ссоре, девятка жезлов и перевернутая десятка кубков. Блядь, мне кажется, тут нет шансов на примирение.
Вариантов много, а действовать вы будете не по десятке кубков на этой неделе. То есть вы не будете с любовью, романтики добиваться, какая-то вот красота. И к вам девочки тоже так не будут, да? То есть вот тут не хватает любви, вот этой вот слов, действий, прям очень не хватает. Вам бы зайти вот реально с позиции чувств искренних и вот каких-то поступков, да, чтобы запомнилось у человека. А вы заходите с позиции девятки жезлов, что так, блядь, может так, нет, может так, нет. Да в пизду пойду погуляю. То есть вы как будто даже особо не напрягаетесь, не сидите там, не думаете, как бы поступить, чтобы сделать. Как будто, ну, да, хуй с ней. Сдох Максим и хуй с ним. И вот и дальше пошли. Раки. На любовь колесо фортуны, опять удача. Но восьмерочка мечей и на поиск любви четверка пентаклей. Ну, вот есть какое-то стабильное общение, новых людей я не вижу, могут возвращаться из прошлого разве что. И причем у вас уже какая-то зависимость и от партнера, и от какого-то человека, с которым вы общаетесь. Я бы советовала вам быть поосторожнее, потому что на этой неделе, кстати, еще могут воспользоваться какой-то информацией о вас, да, вот... Короче говоря, использовать какую-то информацию против вас. Поэтому будьте очень осторожны. Те, кто в паре, то нормально тут все, тут ничего не будете делать, ничего нового не вижу. Ну, вижу, разве что что-нибудь будете вспоминать, что было в прошлом, либо какие-то места посетите, свои, ну, ваши любимые, да, там, может, у вас годовщина у кого-то, может быть, место там знакомства, да, вот тут мы познакомились, вот здесь, помнишь, мы отдыхали, в ресторанчик ходили, то есть тут как-то вот все спокойненько, либо по колесу фортуны, это мы привыкли дома лежать, там, сериальчики смотреть, отдыхать, да, с любимым человеком. Те, кто в ссоре, колесо фортуны, рыцарь пентаклей... Если вы тут что-то предложите человеку, помощь, какую-то идею, может быть, позвоните там, слушай, а у тебя не осталось номера, вот с каким-то таким предлогом, то вы можете начать заново общение. В работе все круто, солнце. Нечего добавить, нечего убавить. Скорпионы. Так, скорпионы, у вас на работу двойка кубков, найдете общий язык, да, с людьми. И здесь даже может быть воссоединение друзей, там, по институту, по школе, то есть, ой, наконец-то лето закончилось, ты там приехал, приехала, прилетел, прилетела, мы наконец-то будем работать, или, ой, ты уже пришла с отпуска, я так по тебе скучала, то есть здесь вот идет по двойке кубков, кстати, может быть романчик какой-то на работе, поэтому тоже поосторожнее, но здесь как-то все классно в работе. По пажу кубков это признание в любви, в чувствах, то есть, ну, вы такие... возбужденные от того, что кто-то вам, бля, муртужур признается. А вот те, кто в поиске, поосторожней. Смерть и семерка мечей. Будет сейчас какую-то трансформацию проходить. Придет человек, который либо обманывать будет, либо абьюзер, токсик, то есть вот такой. Либо уже есть, и вы проходите этот урок. Либо здесь, знаете, как фильмов насмотрелись, там, блядь, что люди меняются, и вы верите в какие-то изменения, в то, что вас любят, в то, что вас никогда не обманут, хуё-моё. А девочки, те, кто в паре, удостоверьтесь, что у вашего партнера, партнерши нет там никакой женщины еще, да, жены, ну, возможно, там... какие-то, может быть, кто-то находится в отношениях, типа, без обязательств, но тогда окей. Но просто поосторожнее, по семерке мечей вам могут наобещать, все, что вам обещают, этого не случится. Все, что вам будут обещать на этой неделе, ваш партнер, этого никогда не произойдет. Просто хочу сказать. Перевернутый страшный суд. Ну, вообще, эта неделя не, ну, для вас не кармическая, для тех, кто в паре, но... Но вот все почему-то, что вам будут говорить, это пиздеж. Могут быть конфликты. А вообще, к слову, хочешь сказать, здесь девочки достойны лучшего. Либо ваша партнерша вас, ну, вы ее почему-то здесь недостойны. Может, вы какой-нибудь долбоеб. А, собственно,
А я продолжаю говорить то, что думаю. Те, кто в ссоре, пятерка жезлов и семерка мечей. Тут очень много наговаривают, блядь, я вообще не вижу, чтобы помирились. Либо вы там на человека бузите, и на вас тоже. То есть здесь я вообще, здесь как будто каждый ждет, когда кто из вас первый нападет, чтобы дать ответную реакцию, дать пизду. Знаете, как из угла там кто-нибудь, он на вас вылетает, или она, и вы так, хуяк, блядь. Вот, а я знал, что ты, сука, вот так вот сделаешь. То есть... Прям вот вы с кем-то в ссоре. Ну, я не знаю, девочка, мальчик, неважно. Вот с кем-то тут прям знаете, что что-то будет, и пизды получишь. Прям вы готовы. В позе. Козероги. Ух ты. Меня радует. На работу влюбленные. Ну, либо на работе с кем-то познакомитесь, на учебе. Либо здесь вот на работу влюбленные, то есть все вам будут пытаться почему-то помочь, как-то подсобить, потому что вы очень красивые, привлекательные, умные, и вообще такие классные, работящие. Прям джекпот. Общим фоном восьмерка жезлов, очень много интернет-переписок, общения. Может быть, даже знакомство. Это всегда, восьмерка жезлов у меня всегда проигрывается, как общение по интернету, знакомство. Возможно, ну, там уже как вы будете общаться, встретитесь там и так далее. Это уже от вас зависит. Но общение будет. Кто-то будет с вами прям лямур, тужур. А те, кто в паре, шут и маг. Можете захотеть новых отношений. Познакомиться с кем-то и типа, ой, иди нахуй, развестись, расстаться. Либо уже рассматривать там новые какие-то вариантики. Новых мужиков. Как минимум. Поэтому следите за своей малышкой на этой неделе. Те, кто в поиске, туз пентаклей, маг, есть тут знакомство, шанс, причем на отношения с магом, с каким-то. Вот те, кто в ссоре, маг и перевернутая колесница. Здесь как будто вот тот, с кем вы в ссоре, хотел бы с вами в жизни поговорить. Но пока такой возможности нет. Пока что только до. Ну, типа, человек не хочет действовать, потому что хочет в жизни поговорить. Но не знает, как что сделать пока что. Но хотел бы сам и хотел бы, ну, человек, я имею в виду, неважно, девочка, мальчик. Но тут надо в жизни. Почему-то ваш человек здесь вот требует в жизни с вами поговорить. Вот тет на тет хочет. Все сказать, все сделать. Чтобы вот сразу понятно было. А не хуй пойми как, через жопу, как у вас обычно, наверное. Девы. Ой, те, кто в ссоре, смотрите, с рыбарак скорпион есть примирение. И есть еще и знакомство с рыбарак скорпион, если такового нет. Если есть уже рыбарак скорпион, может, еще один просто будет. Смотрите, кто в паре, вас тут очень любит мужчина. То есть, если вы мужчина, вы очень любите свою вторую половинку. И ваша женщина это замечает. За счет вашей любви становится сексуальной, активной. Настоящая женщина должна обеспечивать своего мужчину. И вот, собственно, она хочет... Чем больше вы ей даете любви, тем больше она хочет работать, быть сексуальней для вас, спокойней для вас. То есть вкладывайтесь, продолжайте. Вы, блядь, на верном пути. Молодцы. Все супер. Все охуенно. Давай, не давай по новой, Миша, все хуйня. Все пиздато. Вы молодцы, красавчики, блядь. Девочки, а вас тут очень сильно любят. И все для вас делают. Мир, то есть я все сделаю, что ты хочешь, блядь. Звезду с неба, конечно, блядь, не достану, но картонную могу вырезать. Вот. Общим фоном пятерка пентаклей. Кто-то, блядь, вот из прошлого наведуется. Друзья, подружки, либо там бывшие девушки, парни. Кто-то вот постучится, блядь, и скажет, ой, там, давай заново отношения, или давай заново что-нибудь, давай мутить бизнес, давай... дружить там, или ой, ну помнишь, мы же когда-то дружили, а вас предал, допустим, человек, то есть здесь вот поосторожнее, блядь, здесь какая-то хуйня будет, что-то с прошлым связано, либо там к маме приехали, а она знать не знает, что вы там поругались с вашим дружком из вашего города, да, но вы там, допустим, ну, вот, допустим, вы там в Москве работаете, приехали к маме, а этот человек тоже там из этого какого-то города, и она его вот зовет на ужин, и вы такие, блядь, мам, нахуй ты его позвала, вот типа такого, здесь какая-то Санта-Барбара может произойти. А те, кто в поиске, семерка пентаклей и король кубков. Я говорю, есть знакомство, но как будто отношения либо медленно будут развиваться, взаимоотношения, либо сейчас медленно развиваться, либо вас очень будет разочаровывать человек. То есть там очень над многим надо работать. Так что 10 раз подумайте, ну, понравится вам этот человек или нет. Хотите вы над ним работать или над ней, или нет.
Но я вижу, на самом деле, знакомство с мужчиной. А вы, мужчина, если вот с кем-то знакомитесь, то вы почему-то невыносимы для женщины. То есть она вас вообще, блядь, не понимает. И прям ей очень тяжело будет с вами. Вы ее как-то расстраивать будете. В плане работы девятка кубков очень тоже много вариантов. И как будто вы будете сидеть и смотреть за всем происходящим. Здесь больше слушать будете, чем, ну, говорить на этой неделе. Да, в особенности мужчины. И по правосудию, то есть выберите то, что для вас удобно. Людей, там, у которых будете списывать, или рабочее место более высокооплачиваемое, да, где у вас там коннект с начальством. То есть вы будете выбирать то, что для вас удобно, это хорошо. А так все стабильненько, кто на стабильной работе, просто будете больше наблюдать. Возможно, даже отпуск возьмете. Тельцы. Ой, те, кто в поиске, тут королева кубков и император. Вам чуть ли, блядь, тут не при знакомстве предложения будут делать. Ну, прям потому что может быть действительно судьбоносное какое-то знакомство. Либо кто хотел друга подругу. Здесь овен, лев, стрелец и рыба, рак, скорпион, девушка. И еще козерог, дева, телец, мужчина. И мужчина, император есть. Овен, лев, стрелец. Знакомство есть, лямур, тужур есть. Либо уже общаетесь, да? Те, кто в паре, десятка жезлов, император, здесь какая-то гиперсексуальность прям на этой неделе, я не знаю, прям вожделение какое-то дикое от вашего мужчины в вашу сторону. И вы здесь какая-то очень раскрепощенная и прям гордитесь почему-то очень сильно собой. Те, кто в ссоре перевернутый, повешенный, император, мужик принимает какое-то решение насчет вас. То есть он либо придет, либо примет решение съебаться нахуй. Вот. В плане работы король пентаклей, это что-то либо от начальства будет на этой неделе очень много, короче, на вас будут возлагать, там, либо просить вас что-то сделать. Да, вы будете что-то, я в работе, на работе, прям будете зарабатываться, но получать очень большую дозу комплиментов и прям будете чувствовать вот эту важность, что, блядь, ну вот лучше, чем ты, я не знаю, кто сделает, и вы прям такая, не зря учила эти все, блядь, формулы, то есть вот здесь прям будет такое, с вашей стороны. Общим фоном двойка пентаклей. Не хочу принимать это решение, не хочу делать это, не хочу этим заниматься, не хочу так действовать. То есть здесь идет какое-то отрицание, что то, что вы мне предлагаете, мне нахуй не уебалось. Вот почему-то вот будете на этой неделе, вот что-то вам предложат, вы скажете, идите нахуй. Расскажите, что вам такое предложат. Люблю.